Единственная причина, почему я хотел бы быть принятым. Потому что, если ваши фильмы не преуспеют, через некоторое время вы больше не сможете снимать фильмы. Ничто не придает столько сил и уверенности, как желание. Для меня счастье не радость, а душевный покой и равновесие внутреннего мира. Деловая часть бизнеса меня никогда не интересовала. Playboy использует секс так же, как Sports Illustrated использует спорт. Я искренне верю, что возраст, если вы здоровы, возраст – это просто число. Ложь, откровенная или уклончивая, высказанная или нет, всегда остается ложью. Первое правило бизнеса – поступай с другим так, как он хотел бы поступить с тобой. Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей. Мне кажется, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. Величайшее искусство – быть искренним, не будучи смешным. Допустимо ли так низко пасть, чтобы вообразить себя счастливым? Дух справедливости и милосердия вытекает из самой силы, какую дает она своему обладателю. Подавляющая часть людей более способна к великим делам, нежели к добрым. Я думаю, Хэнсон будет здесь еще долго. Я думаю, что это трое замечательных, талантливых молодых людей. Ты должен делать то же, что и мы, складывать фишки, как евреи. Тот, кто обретает лишь для себя, обретает зло, даже если он называет это небесами и добродетелью. Наиболее здоровым человечество было в те времена, когда было меньше всего материальных целебных средств. Возьми самое важное для себя, примени это и избавь от остального. Однажды девушки сами становятся теми мужчинами, за которых когда-то мечтали выйти замуж. Всякая зависимость возникает из-за подсознательного нежелания человека встретиться со своей болью лицом к лицу и пройти ее до конца. Жизнь дает тебе только такой опыт, который лучше всего способствует эволюции твоего сознания. Как понять, какой именно опыт тебе нужен? Очень просто такой, который ты проживаешь в данный момент. Сначала прими, потом действуй. Что бы ни содержал настоящий момент, прими его так, как будто ты его выбрал. Всегда работай с ним, а не против него. Сделай его своим другом и союзником, а не врагом. Любовь, радость и покой не смогут расцвести в вас до тех пор, пока вы не освободитесь от господства ума.
Интуицией мужчина называет способность девушки читать его мысли до женитьбы, а подозрительностью – ту же самую способность после женитьбы. Матери нужно 20 лет, чтобы из мальчика сделать мужчину, а потом первая встречная за 20 минут делает из него дурака. Если женщина весит 140 фунтов, самое большое для нее удовольствие – увидеть женщину, которая весит 150. Прошлое как тюрьма. Если ты к нему возвращаешься, значит, ты ничего не понял. Я поклялся никогда не молчать, где бы и когда бы люди не терпели страдания и унижения. Мы всегда должны принимать чью-то сторону. Равнодушие есть признак болезни, болезни души, более заразной, чем любая другая. Никогда я не забуду тех моментов, которые убили моего Бога и мою душу и превратили мои мечты в пепел. Мы нужны Богу, ведь Ему нравится чувствовать мир нашими ладонями. Без тебя не то чтобы никак, без тебя незачем. Все пережитое ею было написано у нее на лице, а кое-где и подчеркнуто морщинами. Бездарность легче прощают человеку, чем талант. Соловей берет качеством, воробей – количеством. Мыльный пузырь всегда радужно настроен. Он так и не стал для нее спутником на дальнее расстояние, довел до греха и бросил. Демократия проявляет свою силу не только в реформировании правительств, но и в возрождении человеческой расы. И это является величайшим благословением свободных правительств. Сходиться нужно с теми женщинами, которые сами за это будут благодарны. Если бы федеральное правительство существовало, когда Творец прикладывал свою руку к этому штату, Индианы здесь не было бы. Он все еще ждет заявления о воздействии на окружающую среду. Мы не скрываем нашу программу. Мы не держим секретов и не скрываем. Мы делаем все это заранее и публично. Такова свобода, и мы не станем ее менять ни на минуту. Жизнь полна случайностей, похожа на разлившуюся от дождей реку, бурна, полна тины, непереходима, бешена, шумна и скоропроходяща. Не веди с безумным долгие речи, а к неразумному не ходи. Непобедимым быть можешь, ежели не вступишь ни в какой бой, в котором победа не от тебя зависит. Совет лучше порицания. Первый мягок, полон дружеского участия. Второе жестоко и оскорбительно. Один исправляет виновного, другое только осыпает его упреками. Первый человек
о котором ты думаешь утром, и последний человек, о котором ты думаешь ночью. Это или причина твоего счастья, или причина твоей боли. Если женщина принадлежит другому, она в 5 раз желаннее, чем та, которую можно заполучить. Старинное правило. Совесть обычно мучает не тех, кто виноват. Бойся собственной фантазии. Она преувеличивает, преуменьшает и искажает. Если я могу сказать кому-то «я люблю тебя», то я должен быть способен сказать «я люблю в тебе все», «люблю благодаря тебе весь мир», «люблю в тебе самого себя». Любовь – это не обязательно отношение к определенному человеку. Это установка, ориентация характера, которая задает отношение человека к миру вообще, а не только к одному объекту любви. Никто не может спасти своего ближнего, сделав за него выбор. Все, чем может помочь один человек другому, это раскрыть перед ним правдиво и с любовью, но без сантиментов и иллюзий, существование альтернативы. Характер ребенка – это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер. Сегодня только один из многих, многих дней, которые еще впереди. Но, может быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня. В молодости смерти придавалось огромное значение. Теперь не придаешь ей никакого значения. Только ненавидишь ее за людей, которых она уносит. Праздник нужно всегда носить с собой. Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему. Порой в нас говорит ностальгия. Она – это та особа, которая счастлива. Только когда смотрит в зеркало заднего вида. Мир мал, а Россия так велика, что без нее нормальная жизнедеятельность планеты невозможна. Это невероятно благотворное чувство для женщины быть желанной почти по-животному и почти беспрерывно.